Всем привет, друзья мои! Мы с Эндером, привет! Привет! Мы идем на пляж, и немножко, так как каждый день не наездишься за город, решили исследовать все глубины пляжа города Мерсина, и вот мы сейчас посмотрим, где какое, что поблизости возле нас. Буду с вами на связи, все покажу, друзья мои. Вот мы пойдем сейчас смотреть, где хорошее место, где можно спокойно и нормально покупаться. Так, мои хорошие, как я сказала, буду обследовать каждый кусочек. Мы скупались сейчас. Очень хороший пляж здесь. Мой муж купался, я скупалась. Посмотрите, где находится. Это район Соли. Соли. Мы были раньше там, где получилось много камней и получила травму, может, вы видели из моих видео. А это напротив, посмотрите. Вы видите? Очень хорошая пляж здесь. Так что, друзья мои, каждый день не наездишься за город. Нужно искать что-то подходящее. И вот я нашла наконец-то. Еще раз продемонстрирую вам, где она находится. Вот напротив моих видео я показывала красивый такой вот дом. Огромное такое сито, зеленое. В общем, друзья мои, кто живет в Мерсине, в районе Медитри, можете приезжать сюда, вы не пожалеете. Приличный такой пляж. Так что вот такие вот дела, друзья мои. Сегодня небольшие волны, но такое наслаждение, вода такая теплая. Друзья мои, приезжайте в Мерсин. Вы здесь отдохнете и душой, и телом. Накупались, назагорались и идем домой. Да, идем домой. Да, да. Да, домой идем. Посмотрите, какие хорошие собачки. Мамочка с собачками. Папа с мамой и детки. Посмотрите, какая прелесть. Породистые. Как слышно. Люди любят собак и животных. Они на улице. Доша. А, Доша. Четыре щенка. Сиси хотят они с мамой. Thank you.
травку хочу пить. А там дальше хозяин территории. Отгош! Какие сладкие вы! Это за сисей мамы набегаю. Сейчас хап-хап-хап-хап. Мюмейстер. Какие красивые вы, посмотрите. А, водички дают им попить. Ты, наверное, их посмотрят за ними. Все идут попить. Красивенькие. А вы вамуш? Семейка. Была милая, какая встреча была милая с кошкой. Этот подбежал к ней щенок, а кошка разозлилась, так они все испугались, и мама, и папа эту кошку. Друзья мои хорошие, еда у кошечек. Видите, как люди смотрят за животными. Кошки вообще животные, как жители полноправные. Вот такой дом. Это я вам хочу продемонстрировать пляж напротив Мизитли, напротив нас. Почему я сюда не люблю ходить? Посмотрите, как переполнено. Здесь устраивают пикники, едят. Очень много беженцев. Видите, я со стороны снимаю, потому что, может, им не понравится. Муж сказал, нельзя так делать. Я вот вышла, специально снимаю вам отсюда. Вот этот парк, где они там устраивают пикники себе. В общем, вот так они здесь живут, на этом пляже. Посмотрите, пожалуйста. Поэтому я не люблю сюда ходить, и многие не любят. Море вот такое вот переполненное. Смотрите, друзья мои, еще со стороны. Видите? Сегодня на ужин у нас, посмотрите, я все думаю про... импровизирую, экспериментирую. Видела в одном видео на канале YouTube, просто это филе обжаренное в попкорне. Сама пожарила попкорн, перемолола через блендер. Курочка, филе. Вот с яичком и этот, не знаю, как получится, попробую, скажу вам. Ну, наверное, будет очень вкусно. Салатик у нас сегодня такой легенький. И знаете, что это моего из приготовления? Вот такой кекс я решила сделать. Вот такая вот я. Нечего, как говорится, делать такую жару, но мне захотелось. А что внутри? Внутри груша и
персик и сок виноградный, короче, яйца, мука, растительное масло. Ну, в общем, если вкусно очень, такой запах по квартире. Всем приятного аппетита, пока-пока. А все полностью смотрите рецепты на моем канале на YouTube.